Путешествие. Знание. Впечатление. Опыт. Знакомство. Драйв. Relocation – это как путешествие в какой-то иной, параллельный мир. Мир древних книг, окутанных тайной. Мир священных обрядов. Мир еврейской семьи, шаббата, красивых еврейских деток. Настоящий еврейский мир. На самом деле в Америке это давно уже тренд. Еврейская молодежь едет на каникулы в Израиль, немного поучиться в ешиве или в женском семинаре. Кто на пару недель, кто на месяц. Каждый выбирает для себя сам. Это прекрасная возможность зарядиться светом, который во всем этом есть. Расставить жизненные приоритеты. Просто сменить обстановку и отдохнуть в хорошей компании. Теперь такой проект есть и у нас. Мы не просто учимся, как в школе. Мы обсуждаем все, что угодно. Нет никакого прессинга. Взрослый диалог. По-моему, это лучшие лекции, которые я когда-либо слышала. Когда-то они были математиками, историками. Сегодня они известные русскоязычные раввины. Мой прадед когда-то тоже учился в ешиве. Я всегда хотел попробовать, что это такое. Мы учили, что человек похож на дерево. Чем крепче у него корни, тем он тверже стоит на земле. Это проект для тех, кто хочет иметь крепкие корни. Я уверен, что эти знания помогут мне в работе. Помогут мне построить счастливую семью. Если 3000 лет мои предки так жили, возможно, в этом есть что-то и для меня. Мертвое море, Кинерет, Хеврон. Иерусалим. Старый город, место, где встречаются небо и земля. Я, конечно, много раз была в Израиле, но сейчас он открылся для меня по-другому. Когда ты смотришь на эти древние камни, понимаешь, что по ним ходили люди, которые писали эти древние книги. Это просто космос. Израиль. Этим все сказано. Кстати, J-Vacation сегодня проходит не только в Израиле. Можно поехать в ешиву в Вену или Берлин. Мои летние каникулы обязательно опять будут еврейские. Каникулы со смыслом. Каникулы с пользой. Каникулы с умом.